Добро пожаловать в Чернобыль, то есть в Череповец. Держи. Все. Привет, привет. Череповец. Гуляем с племянником. Сегодня мы двигаем в Кирилловский район. Кирилловский район на большой белой машине на пару дней. 2,5 часа, и мы будем на даче. Ух ты, сколько что здесь! Бывает, когда дорогу никто не строит. Плотников пришел. Коля, мы проехали. Дача. Дочки. Ух, какие у меня тюльпанчики-то. Вот мой трон. Подходи ко мне. Можно вот. Я закрою, подруга руками. Нет, вот мой трон. Закрывай. Дым пойдет. Комары. Вообще-то место очень знаменито своими комарами, но в этом году они проснулись немножко позже, потому что всего пару дней назад здесь все еще лежал снег. Собственно, это место — это небольшая деревенька на берегу большого озера. Деревня называется Алюшина, и находится она в Кирилловском районе. По пути мы сегодня еще остановились неподалеку от города Кириллова и полетали дроном. Жду, пока солнце начнет окончательно садиться, и, возможно, мы полетали дроном еще немножко. Сегодня днем мы полетали, и соседи прекратили даже косить, остановились и стали смотреть в воздух, что это летает. Банька. Комары. Ладно, это не комары. Сейчас пойдем, но нас будут снимать. Есть комары, я буду это снимать. В общем, говорят, там жидкие комары, поэтому мы конкретно экипировались и опрыскались всеми возможными средствами. Сейчас мы пойдем к озеру и узнаем, насколько ужасные там комары и смогут ли они пробраться сквозь это. Мне все еще кажется, что слухи об этих комарах преувеличены, но скоро мы узнаем, насколько они ужасны на самом деле. Ты оставишь ведро тут? Ну вон, ведро для воды, для чая. Когда-то все это поле косилось, и тут гуляли коровы. Сейчас здесь довольно дикое место. Ничего не косится. Полный бурелом. Да, давай. Комары летают, но пока боятся нападать на эту руку, опрысканную. Вон тут тоже. Куча комаров. Ну не смотри, не садятся. Не садятся. Это все-таки тепло действует это. Ну ладно. Действительно много комаров. Еще солнце. Они солнце. Еще солнце. Боятся. Солнце сядет, совсем солнце будет ужасно. Ой, вообще. Они боятся солнца, но это не очень. В общем, комаров действительно много, и сетка была совершенно не зря. Средство тоже сработало, и руки все еще не покусаны, но почти не покусаны. Огромный успех. Сейчас еще наберем водички из озера и попьем с ней чайку. Типичный план на завтра состоит в том, чтобы поехать через пару небольших городков и полетать над древними монастырями. Посмотрим, что из этого выйдет.